Здравствуйте, друзья! Сегодня будем бороться с тлей. Думаю, что у вас тоже такие проблемы бывают. У меня в этот раз тля прямо вот полностью облепила сливу, небольшую сливу. И сейчас вот я буду разводить зеленое мыло, вот это концентрат, 40 миллилитров на литр воды. Вот залью такой вот опрыскиватель. И обработаю сливу. Вот тля, вот она облепила вот так вот веточки. Ну и муравьи, конечно, это они ее тащат сюда. Ну и вот такая вот вся слива. Обрабатываем со всех сторон. Прямо снизу, сверху. Вот. Ну, не только, конечно, можно с тлей бороться мылом этим зеленым. Поможет и, например, хозяйственное мыло, если развести с водой. Ну, разные способы есть. Но я вот использую такой. Если еще завтра будет тля, значит, я еще раз повторю.